Я нашла ролик, где записано видео с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Действия экипаж, совершившего жесткую посадку Ми-2, обнаружили в Удмуртии спустя 9 часов поисков. Там искали МЧС, волонтеры и просто люди, которые очевидцы. Сейчас я покажу, как это было. Я включать не буду. Вот как это происходило. Вот. Я дам ссылку, посмотрите. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Вот такая ситуация была на при поисках экипажа спустя 9 часов после крушения. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.